что ты такой довольный стоишь, Сережка? Давняя мечта сбылась. Фу, спасибо американцам. Ты что, прислали такие специи? У меня наконец-то, короче, это. Я думаю, что ну, любой взрослый ребенок хотел самостоятельно приготовить крылышки KFC. Елки-палки, сегодня мечта сбывается. Короче, друзья, всем привет, с вами Денис Клипован. Привет, мои хорошие. Эх ты, друзья. Ага. Марат Джан. Всем шалом. Ничего сложного абсолютно нет. Я еще не готовил, но думаю, у нас получится лучше, чем... Как это? Дедушку этого KFC зовут? Так что будем сегодня с вами гаситься, у кого лучше получится крылышки. Крылышки есть, специи. А он даже, короче, чем-то похож. Вот тот, что на KFC? Да. Да. Ну, может, возрастом, я не знаю, там, или галстук, что-то у них там, короче, общее есть. Ладно. Меланя спит. Не разбудил ребенка? Нет. Давай, Марат Джан, короче, что у нас, специи есть, там, геть ничего сложного. Двойная панировка, готовится элементарно и просто, у нас все для этого есть. А самое главное, друшляк, все. А панировка в чем? Ты сейчас и увидишь. Мука, два раза, ляп-ляп и готово. И получится просто песня, просто сказка, соус. А, я что хотел сказать, Дениска, Грильк, благодарочка, такое прислал, такое принес. У них появилось, ребята, походу их немного. Это какая-то супер доска из какого-то там хренового клена, я даже не знаю, из кленового хрена. Дуба. Да. Кленового хрена. Короче, ребята, здесь две доски. Вот такая прелесть нам получается. Ты что это за лосось такой красный? Так что с ней делать надо с этой доской? Да ее, короче, кидаешь там на угли, она нагревается, выгибается лодочкой, туда отправляешь, не знаю, там кусочек мяса, там филе селедочки. Лодочку, короче, накрываешь его, она, я так понимаю, не горит, тлеет, насыщая ароматом, она же и готовит. Короче, коптит, вас ждет удивительное видео, елки-палки. Так пусть лежит и насыщает. Марат, ножик есть, крылья есть, давай. А я сегодня буду этим бомбить, короче. Может, ты подожжешь пока что? Я бы уже поджег. Давай. Но тут момент такого технологический есть, что эти крылья мы сейчас сделаем в миске маринад, и они должны были минимум 2 часа, да. А многие говорят, а то и до утра. Да не переживай, это все будет нормально. 2 часа пролетят, у него глаза чуть не выкатились, ты понял? 2 часа пролетят, ты не заметишь как. Ох ты сабля, спи, бля, елки-палки, ты что? Я что-то им вчера уже резал. Не помню, что? Ай, не... Что-то уже резал, что-то... Ты уже начал, Марат? Давай. Там есть, короче, я посмотрел аккуратненько, технологии, целая куча, какие хочешь. Так, эти половинки деленные кидай сюда. Можно сразу сделать маринад, он там несложный, в водичке, и залить. А мы здесь сразу присыпем, тем более у нас такие специи, что долго выдумывать не надо. А что меня навело на ум? Вот эта посылочка от семьи Галкиных, спасибо огромное. Вот этот вот hot honey, вкуснейшая такая специя, просто кошмар. Мы попробовали ее. Да, ну у меня еще там было и немножко этого, короче, и соус есть. Сейчас все набулькаем и сделаем. А, так я же не говорил за технологию. Что она там должна в воде постоять? Кто она? Куриная курица это. Крылья в смысле? Ну да. Каким-то кальяном пахнет здесь. Это от специй. Это от специй. Вот эти, я их только в руке потрогал, ты понимаешь? Hot honey. Honey hot. Слышь, а я не читал, может это на самом деле табак для кальяна? Не-не, я читал. Да? Он же там нарисован Морские гады, гриль. Курица, свинина. Ага. А вы читали, как разводить? Может водички надо, Марат? Там... Разводить что? Специи. Как хочешь, можешь просто их есть ложкой, можешь их пихать куда хочешь. Посыпать, что хочешь. Пихать куда хочешь. Нет, там нету, это же не смесь какая-то. Хороший нож, хочу сказать. Серега, благодарочка. Давай. Ты что, на привозе творятся шедевры? Хочешь, забирай. Я пока говорил, ты уже там все уработал. Я вроде по-братски кучу поделил. Готовятся они тоже недолго. Там 8-9 минут. Можно еще эти гумилки. Это Сережина любимая еда. Ляшечки. Он домой всегда заказывает такие. Я крылья. Либо карася. Ну, у нас тоже есть крылья в меню. Но это шедевр. Это о другом. Я либо карася, либо крылья. Домой приходишь голодный, бабах, трахбах, сидишь и кушаешь. Так, где здесь? Все, Марат Джан, готово. А дальше надо помыть руку и готовить все на глаз. Оливковое масло. Ой.
хватит, Сереженька? Да хватит, Катюша, и тебе останется. Всем хватит, все будет нормально. Солька, немало? И еще чуть-чуть от Липована. Ну что, Марат, я вообще предлагаю, вот все, что хочешь, добавляй. Кроме соуса нам потом понадобится. Сухие, целая куча барбекюшных. Так, это открыто? Киндер. Ой, тут и имбирем пахнет, и всем, чем хочешь. Что такое? Плохо сыпется у тебя, Сережка. Катюня. Что? Закоксовалась? Ну да, я ж так не сделал. О, раскоксовалась. О. Короче, ой, я, да подожди, я не туда. На самом деле очень хорошая. Открой уже на руку, насыпи. Ого. Да все будет нормально. Сергей. Подожди, это еще не все. Так, из того, что у нас есть, Old Bay, здесь тоже курица есть. Что-то для рыбы. Катюня, рыба, креветка и чикен. Если я уже знаю английский лучше тебя, то все. Бросаю карасей, в учителей пойду. Ха. Так, это есть. По-английскому. Танцевать чуть-чуть будешь? Very speak English? Very. Do it today, да. Все, хватит. Вот это я бомбанул, так бомбанул. Шо, Марат? Посмотрите, он просто вот их. Аромат. Последняя соль была тоже так, что так. Эй, может, брат, это крупный сахар? Я тебе объясню в последней. Читай, honey, возвращаясь к учителю. Ой, она вкусная, мы ее садись, пробовали. Садись, двойка. Я думаю, что это сахар по-любому. Короче, как я говорил, технология может быть разная. Можно вот эти специи замешать в воде и потом залить. Ну, от перестановки мест, в принципе, ничего и не меняется. Вот и весь маринад. Если отдельно, там... Тихо, Катюня, Мараджан наливает. Маратик, наливай так, чтобы покрыло, аккуратненько. Тормознешь. За струю тебя дернуть? Лей. Все, так. Хорош. И вот это... Минимум на 2 часа, а то и на ночь. И на ночь, да. Но у нас только терпения нет. Маратик, засекай время. Засекаю. Ага. Скажи мне, ты же у нас дегустатор, мама дорогая, еще тот. Макни сюда палец, да. Я думаю, все. Чтобы мало. Я тебе 50 грамм не наливал. Что скажешь? Очень хорошо. Все. Чего мало? Очень отлично даже. Даже ты шо, елки-палки? Сладенькая, остренькая, как положено. Ага. Не, вот это очень красивая специя. Я такую еще, кстати, не видел. Да. Ход ханей. Все, пусть булькает. Пусть булькает. Маратик, ты что, каштан, да? Еще вчера ничего, а сегодня уже прямо мама дорогая. Пару дней назад. Да не, он прет, что угорел, елки-палки. Так, что наши крылышки в казане будут себя вести. Просто не остановить. Эх ты, весна шкварчит в Одессе. И елки ты, палки, и птицы поют, шикардос. Что так тяжело? Устал? Я? Ты что? Нет, смотри, просто любую. Солнце именно отражает, короче, то ли от муки, то ли от миски. Ох и балдеж. Марат, что осталось нам, короче, нарядить муку, сам этот кляр. Что у нас есть из свежеприехавшего? Сирача? Нет, это не сирача, надо правильно. Сирача. Раз я сегодня, да, англичанин, сирача. Сирача. Раша, у тебя больше такой какой-то не английский, а американский акцент. Я хочу сразу покорить именно... Ты уже покорился. Сразу покорить. Так вкусно акцент. Запахло чесночком. Да ты что? А вот чили? Не надо. Они же там есть, у них получается в меню там ход есть. Очень very hot. Я помню, ты с детьми сходил туда. Да. Детям купил. Марк, бедные... Тимурка. Так, слышишь, я сам ехал, ел и плакал, короче, именно такое. Рот жжет по полной программе. Но мы сейчас делаем приблизительно такое.
чтоб оператор меньше ела. Так, это именно чили. А я тебя бедного объела, да? Ничего тебе не достается. Что, не видишь, что похудел? Да, в каком месте ты похудел? Да, все пишут в комментариях, что Сережа похудел. Похудел? Ну, молодцы, да. Ребята, спасибо, благодарочка. Ёлки-палки. Я толстею, он худеет. А потому что говорят, что меня не кормят. Потому что я ему последнее отдаю. Так, Давидка приехал. Давидка, спасибо огромное. Короче, приехал с Израиля, привез паприку с Венгрии. Сказал, вкусная такая, что просто, мама дорогая. Ну, наведи, может, кому понадобится. Марат. Сказал, что лучшая из лучших вообще паприка. Отсыпать тебе? Не надо, я здесь чуть-чуть поем. Попробовать. Он здесь поест. Ну, не надо так много. Катюня? Ну, паприка это вообще идеальная вещь. Достаточно. Это сладкая копченая. Тебе сказали, самая лучшая. Ну да, у нас одна пачка точно надо беречь. А то вдруг закончится. Да не переживай, у меня еще иди сюда, я сейчас покажу. Ребята. Я подхожу, меня аж этот, понял, есть еще, это американская, я вообще ее не открывал. Обалдеть, какая красивая, настоящая. Граунд. Паприка, да. Что еще? Вот это, мы еще с ним ничего не готовили, но я его понюхал и лизнул, Марат. Придет. Необыкновеннейшее что-то. Кто это придумал? Я снимаю шляпу. Вы молодцы, елки-палки. Вот настолько поженить сыр, чеснок и трюфель бесподобно. И лук. Онион. Онион должен там быть. Ты ошибаешься, друг мой? Не может быть. Может, состав почитаете? Оставь. Там у нас уже столько этих, что я уже все перепутал. Может быть. Стоять. Топе. Гарлик, лимон, онион. Есть Онион. Тут лук. Понятно, есть тут лук. А что забыли на фотографии добавить? Угу. Я же читаю это по фотографии. Меня эти буквы в Одессе держат. Ты ложку не взял. Причем а зачем? Онион там жареный. Мешатнику. Сухой. Да? Сухой, да. Иди сюда. Зачем руками туда залез? А что, мне ногами готовить, Катюша? Ну, елки-палки. Деревянная, новенькая. А, она хочет, чтобы я ее ложки выгуливал, понял? Елки-палки. Розовая мука. Красивейшая, просто красивейшая. Он еще сегодня будет. А солить не надо? А я солил, если ты помнишь. Так нет. Ты крылья солил. Мясо мариновал. Чуть-чуть. А ты хочешь, чтобы именно кляр был? Да. Оставь покой, все будет нормально, елки-палки. Тут вообще, помимо того, что мы пожарим и добьемся вот этой вот двойной именно хрустинки от этого кляра, у нас же есть еще соуса, потом перемажем барбекю, фу, я тебе говорю, я уже говорю, у меня что-то происходит. Слюновыделение. Я не знаю, кто это. Ну, спасибо вам огромное. Короче, приходит оповещение Катюне. Запчасти приехали какие-то. А я думаю, что у меня ничего не ломалось, зачем мне запчасти, короче. Но я потом, когда приоткрыл, понюхал, я понял, что это на самом деле запчасти. А ну-ка, заинтриговал. Та-да-да-дан-да-дан. Марат. Ничего себе. Короче, я так понимаю. А замуровали, ты понимаешь как? Оно даже холодное, короче, еще и доехало. Ёшкин ты кот. Я хочу на тебе шматочек. Блин, а шкура какая. Блин, она сквозь целлофан пахнет. Ага. Ну, Катюня, здесь по-братски. Тебе мне имя. Что? Ковбаски. А ну-ка. Ковбасня. Я не планировал сегодня грили заводить, но, наверное, придется. Офигеть. Вот так вот надо показать. Ледяное. Вот это пакуют, ребята. Вот это запаковали. Сабер, извини, я думал, ты сегодня выходной. Марат, ну что ты же прямо с очками залез туда, елки-палки, красавчик. Прям носом внутрь. Прямо нырнул так. Благодарочка, очень... огромное спасибо. Юра, я даже пробовать не буду. Что ты говоришь? Что... Милана запах давай. Проснулась. А я хочу попробовать сало кусочек. Катюня, специально для тебя. Так, давай. Ведро из-под запчастей. Кыш-мыш. Ёшкин ты кот, давай сейчас. Эх ты. Солонина прям настоящая. Наша, настоящая. Ёшкин кот. Катюня, тарелочка нужна? Да зачем нам тарелочка? Это вот тебе, а это мне. Прям хамон. Слышь, его можно губами резать. У тебя еще нож такой? Какой? Привлекает внимание. Чье? Твое? Мое, ну чье? Ну хочешь, еще подарю тебе, хотя дарено не дарят, извини. Я возьму попробуй. А ну попробуй. Боже мой. Это очень вкусно. Хлеба можешь тебе дать.
Тебе вкусно или вообще как понимать, что ты молчишь? Как... Я жую и кайфую, и боюсь, чтобы не выпало ни кусочка. Ребята, дуже дякую. Вот. Файно. Марат вовремя ушел. Красавчик, ёшкин ты кот. Дай еще кусочек. Что, Катюня? Еще шматочек? Да. Ё-моё. Валерочка, тебе дать, ты уже борщ съел? Хочешь попробовать сало, сало настоящего? Ты шо? Вот это да. Когда такие ништячки заезжают, я вообще забываю даже, что мы готовим. А, крылья. Марат, ты уже укачался там? Она улыбается, но не спит. Ну так пусть улыбается ребенок, оставь в покое, иди покушай сало. Ага. Иди покушай сало, говорит. Медовая. Короче, мы с Катей решили, что эти два кусочка твои, тебе и Свете. А нам хватит этих остатков. Да? Ну, чтоб ты не голодал, ребята. Ну, чтоб он не голодал, елки-палки. Слышь, не, ну что, колбаски пожарим по-любому? А? Конечно. Что это, шпикачки? Нет, так пахнут, они так пахнут, ребята. Марат, домашние, просто домашние. Самые настоящие именно домашние. Чесночок и правильные какие-то специи. Непонятно. Старинный авторский рецепт. Так. Давиду сало дайте. Давид вернулся. Давид, сало будешь? Никто в Израиле знать не будет. Иди ты кайфанешь, ты что? Люди прислали. О, говорит, о. А что, у вас же такого в Израиле нет? Там написано кошерное. Конечно, нету. Кошерное специально для холостых, если что, он холостой. Но ему там нужно до 24, до 24, вы говорите, боюсь. Пошел, короче, да. Да, приехал в Одессу невесту искать. Ай-яй-яй. Сы, Марат, ты что, ребят, да я еще нарежу, елки-ты-палки. Пошел, ладно, давай. Ладно, это с твоего куска режь. А, я понял. Ты что? Шикардос. Катюня, поставь на паузу, да, здесь меня ждут удивительные дела. Сальца такого врезать. Ай-яй-яй. А ножка, да? Нож шикарный. Шикардос. Как по маслу, да? Там вообще просто хочется, я даже не знаю. Очень вкусно. Ну что ты, Маратик, скажешь? Это нам люди прислали, короче, оценить продукцию. Ты видишь, оказывается, наше мнение имеет значение. Мое мнение высший пилотаж. Я так говорю очень редко. Ребята, вот на самом деле шикардос. Скиньте рецепт, как это готовить, а мы попробуем с Маратом исполнить. Вряд ли получится, как у вас. Просто фантастическое. Но настроение будет хорошее по-любому. Оно чем-то немножко напоминает испанский этот, как его, хамон. Да, вот когда верхнюю часть кушаешь. А сало, сало. Очень вкусно. Очень вкусно. А вместе оно как-то вообще как-то безумно. И шкурка мягкая, да? Все мягкое. Сало идеальное. Да не, ну со шкурой прямо хочется отдельно разговаривать. Прям про жилочки, я не знаю, еще, Катюня, видно там кроме тебе того, всю эту красоту? Кроме того, еще и красиво. Бесподобно, льется. Слышишь, прямо вечная какая-то сила. Пошли крылышки жарить, Сережка. Сало, сила, спорт, могила. О! Договорился. Стихи в голову прилезли. Так, тарелочка, надо все это дело выложить. Все-таки гости уважаемые из Израиля приехали. Валера особенно. Валера приехал из Израиля, встретился с одесситом из Давида. Моя Одесса, мама, всегда меня готова приютить. Всегда она поддержка, король ты или пешка. Хоть королем приятнее в жизни быть. Опача, все, вот так вот по-домашнему. Гости дорогие, так и живем, спасибо добрым людям. Ладно, я вам своего кусочка отрежу. Сказал Марат. Наша песня хороша, поджигай сначала, а? Дровишки сухие, сейчас как заведется фритюр. Что там ты говоришь? Ну мы его сейчас в качестве фритюра используем, наш наманганский казан. Ты говоришь, температура должна быть 180-190? Чуть-чуть больше, потому что когда ты будешь опускать крылышки, температура упадет.
они должны жариться при температуре 180-185 градусов. Все будет нормально, я как раз ищу, где термометр или градусник где-то был. Что это, Сережка? Катюня? На тютюннике? Высокая кухня. Не, сейчас надо будет поталапаться. А как перчатки будут? По-английски? Да. Фут нога? Gloves. Как? Gloves. Не, я начал от обратного. Думаю, если фут нога, то как рука получается? А если рука, то что? Hand. Рука hand? А почему здесь gloves? С рукой ничего не связано. Но при чем тут, я не знаю, что. Футсовки? Футсовки. Кроссовки. А носки тогда как, по твоей логике? Эй, оставь ты в покое, отойди. Заняла мне гриль, елки-палки. Ай-яй-яй. Ты шо? Это я думал, время пролетит быстренько, а ты говоришь, эй, долго-долго. Катюня, а. Сейчас будет шикардос. Ты сейчас мыть будешь? Я не буду их мыть. А что будешь делать? Смотри внимательно. Я ничего не понимаю. Тебе, любовь моя, надо просто смотреть. Давай. А я буду все делать за тебя. Хорошо, Сереженька. Вот так вот тут берешь. Ага. В муку. Раз. И хорошо, 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 хорошенечко купаешь. Угу. Потом? Потом берешь друшляк или сито. Як це буде? Марат, это я привез с Турции, короче, еще ни разу не выгуливал. Специально ждал, когда... По-моему, я это тебе на привозе подарил. Нет. Точно такую, да? Нет, то другая, наверное. Не, это я с Турции, Катюша. Скажи ему. Говорю, Сереженька, конечно, ты с Турции. Да, слышь, женщина уважаемая говорит. Не, я понял, что я точно такую покупал. Не помню, Марат, какую именно ты. Марат, он меня дома побьет, если я скажу по-другому. Да ничего, он тебя никогда не побьет. И кормить не буду. Не рассказывай мне сказки. Возьмет сраный веник. Белла, не ломайся. Не рассказывай мне, мойся. Помнишь, как в Херсоне мы... Как красиво это. Давали удивительный гастроль. Хрусты летели и летели. А почему ты сказал, что двойная панировка? Сейчас ты все поймешь. Потому что ты нетерпеливая. Вот так вот, раз. Два. Мне кажется, немного на себя взяли. Кого? Ну вот этого всего муки. Муки? Такого. Не, еще не взяли. Это пока только. Короче, это первая такая оболочка. Угу. Сейчас будет вторая. Все, для первого раза хватит. Водичку тебе ничего не смущает, что я сюда набрал? Смотри аккуратно. Что? Ты туда? Да, вот так вот погружаешь. Обалдеть. Тихо, надо, чтобы это все вот так вот потопилось. Все, я теперь знаю, что ты будешь делать. И делаешь до тех пор, пока бульки не перестанут идти. Что? Марат. Перестала булькать? Да. Поднимаем, сливаем. Тарелочку надо было взять. Зачем? Ты сейчас куда-то поставить должен? Я это сейчас опять вывалю сюда. А-а-а. Поняла? А вот теперь уже вот это мы будем отправлять в казан. Слышь, двойная, а бывает тройная панировка? Четверная. Серьезно? Четверная. У меня есть рецепт закрылышки, там три панировки. Но он абсолютно не похож на эту. Хорошо, мы его тоже приготовим. Помним, да. Ладно, слышишь, давай пока этот. Вот теперь будем пока месяц, ты сказал, месяц крылья готовить. Пока ты сказал, так я еще одну панировочку сделаю. Зачем? Ну, Марат сказал, что бывает четверная. Ну, я же не я, если я что-то от себя не добавлю. Ну, а что ты? Да. Папка у твоих фантазер. Я просто люблю экспериментировать с едой. Ну, а если будет такая скорлупа жесткая? Она и должна быть вот такая вот. Это называется не жесткая, а хрустящая. Хрустящая. У нас все равно масло греется, так что у нас есть время на побаловаться. Я тоже до этого думал, что там какой-то кляр надо, мама дорогая, какой-то готовить. Не. Все элементарно и просто. Так, все. И еще раз водичку. Так вот аккуратненько, нежненько. Пока бульки не перестанут идти.
Мне кажется, у тебя такими темпами муки не хватит, Сергей. Хватит, не переживай. Нет, цвет, конечно, очень красивый. Ляп, ты посмотри. Вот так вот посмотришь, думаешь, фу, мама дорогая, это что, еще и есть надо? Ребята, это есть еще и нужно. Тут надо очень нежно, я поэтому перчатки одел. О. Вот это набулькал, вот это набулькал. Ну что там, масло, ты готова? Не, уже тепленько чувствуется. Сейчас скоро. Главное, чтобы не получилось, как мы этот рака вжарили, когда вот этот фаер-шоу началось. А что? Ты что? Тяга вертолетная, слышишь? Вот это работает сегодня, ёшкин ты кот. 193. 200. Ох ты что, Марат. Поехали. Может, все сразу вывалить? Ты имеешь в виду прямо с доски? Плюхнуть? Не, Марат Джан, хочется вот так вот поиграться. Маратик, рука свободная. Катюша, посмотри, сколько там времени. Надо засечь. 8 минут. Прям засечь? Прям засечь, да. О, как раз 14.01. 14.01. Что это значит? Через 14.09. Ладно, давай 9 минут. В 14.10 снимаем, правильно? Посмотри! Ну тихо, одну. Креветки темпуры. Еще не началось, а уже похоже. Класс! Главное, там прошевели, чтобы они друг к другу не прилипли. Остальное все не важно. Вот это, конечно, я тебя непривычно слушать. Угу. Не трогай. Тоже обычно не трогай, а тут сейчас трогай. Все, ничего не прилипло. Кляр такой, что оно разлипает по-любому. Ты лохан принес? Да все будет нормально, я сейчас буду делать вторую партию, пока там жарится. Пусть они отстаиваются. А что, ребята, ничего сложного. Где угодно, да, на природу выехал себе, главное муки с собой взять и пару мисок. Все. Шикардос. Смотрел, что там в казане происходит? Это там вообще просто шедевр какой-то, посмотри. Ага. А? Там черненькие стали. Да какие черненькие? Красивенькие. Все, бросаю карасей в KFC-шники пойду, ешкин ты кот. Ага. Не, это шкляр как... прячет мясо, что оно внутри сочное, мощное, просто бесподобное. Двойная, тройная панировка. Лена Леганница. Ура! Леночка, а вот сюда приземляй, моя хорошая, да, пусть полежит. Давай, с меня для тебя... Жених. Какой жених? Крылышко. Два крылышка и один жених. Мне жених нужен. Ты угомонись, ты сваха, елки ты палки. Да, я хочу, чтобы у всех все было благополучно. Так и что, ты все уже снимать не будешь? В ЗАГС пойдешь работать? Как у нас с тобой, Сережка. И что у нас кто-то? Судьба свела. Судьба свела. Так и Леночку сведет. Не, ну было бы неплохо, чтобы с нашим подписчиком. Ай, ешкин ты кот. Катюня, что там по времени? Сейчас посмотрю. Так. О, уже 14.06. 5 минут. Осталось? Жарится. А. Еще 3 минутки, да? Все, так. Заливай. Опять ты заливаешь уже? Катюня, это только второй кляр. Кажется, а те уже... первые я делал 3 кляра. Да? Да. Не пора доставать? По виду очень даже готовы. Ты что? Ну это только кляр, подожди. Ты не переживай, тебе кляр не обязательно есть. Это такой себе саркофаг для мяса. Ты понимаешь, насколько мы его спрятали? А, ты снимаешь, да? Ну я не снимаю. Ты, я знаю, что Галя балованная, ты можешь и снять, и внутри кайфанешь. У нас и там маринованная. Так, а вот теперь уже будет... Третий раз.
Опача. Это прям вообще какая-то система нифиг. Да, хорошая. Все, все, все купается. Все. Как будто бы чуть-чуть передержали, да? Сейчас вторые постараемся чуть лучше сделать. Красивее. Хотя я думаю, что на вкус это никак не повлияет. Так красивейший, ёшкин кот. Как это, без фотошопа? Так говорит. Они там нянчат все. Всем столом, Серёж. Пусть нянчат. А рецепт на канале посмотрят. Даже на курицу не похоже. Какие-то сморчки. Кто? Сморчки. Так это KFC, ты что, никогда не видел? Как? Никогда не ела, так точно, Марат. А я знаешь, сколько раз ел? Сколько? Один. Вот только до детей повел. Один раз ел. Но запомнил надолго. Как рот пекло. Ты так. Прям с доски их туда засунешь? Профильтровали? Да нет, кину по одному. Че, я бы кинула бы сразу всех. Так, Катюша, мы же не дикари. Ну давай по-другому. Мы же не дикари. Целиком? Да, да. Шлеп. О, молодец какой. Видишь? Ох ты, какая молодец. Послушай у меня. Послушай умную женщину. Ага. Повезло тебе. Да успокойся ты. Сейчас такой один, блин, вместо... Ты, блин, вот точно, если слипнется, получишь у меня крылышком по куриной ляжке. И шо, Марат? Очень горячий, еще не все. А все припудрило, ты думаешь, да? Там, где соуса? Короче, бах-бах. Вот это понадобится, вот это понадобится, вот это понадобится. Так, все эти сухофрукты, давай, до свидания. Ай, елки-палки. А давай сделаем одни такие, другие такие. Я пошутила. А где нож? Не, ну это явно передержали, сам кляр. Ну надрежь один, покажи. Видно, что агрегат. Да их надо ломать, кусать ртом. Ну так поломай. Тебе сказал, Марат, горячая? Очень горячая. Ну ты что, она знаешь, как меня любит? Готова мной что угодно делать. Смотри, не, а вот эту партию сейчас попробуем оставить вот в таком цвете. То все-таки масло мы догнали до 200 градусов, было много. Вот 180 самый раз. И на среднем огне, я думаю, будет шикардос. Ты что хотел сказать? Что KFC, наверное, тоже не с первого раза у него получилось. А? Однозначно. Ну? Первый блин всегда хлопнул. Так хочется. Ты там вчера пасочки выставлял в Инстаграм. И ржал, когда меня разбудил, как сумасшедший. Не, мне понравилась реакция именно человека, молочага, елки-палки. Я именно смеялся с реакцией. Во-первых, я себя там вспомнил. Ну, как это? Не с первого раза все получается. Во-вторых, как она именно сама себя угорала. Я люблю людей, которые любят над собой, не то чтобы любят, умеют над собой смеяться. Да. Так там тебе написали, наконец-то мы увидели, как Катюня готовит. А, нет, это не оператор была, это просто мне попалось в Инстаграме. Ты не видел, Марат? Нет. Пошла из вчера в кои-то веки пораньше лечь спать, Марат. Ребенок спал. Просыпаюсь от гогота. Думаю, слышится. А не я слышу, ржу а тихо на ржет? Кухне. Просто угораю. И пока я туда не пришла к нему и не гафнула, он ржать не перестал. Я не попалась девочка какая-то. Понял, паски испекла. Видать, то ли что-то с мукой не подыграло. Они у него поднялись, как пузырь. И лопнули, короче. Ну, и упали. И он, только буртики вот такие остались, короче. И у него украшение, присыпка. Я напишу, типа там, украшать или так сойдет. Или так красиво. Или так красиво. И она, короче, это снимает и сама с этого угорает. Я не могу. И я смеюсь, понимаю. Ну, понимаешь, что человек, даже если не получилось, елки-палки, главное не терять хорошее настроение, и все будет нормально. Вот и я про это же говорю. Слышь, господа, а вы время засекли мне? Зачем? Девушки, на глаз. Все, здесь я буду на глаз готовить. Доставай. Просто рано еще, ты что? Две можно доставать. Четыре еще. Четыре у тебя вон там уже лежат, четыре. То не четыре, то 10 минут. Сморчки черные. 9. Да успокойся ты меня этот. Они будут вкусные, даже не сомневаюсь. Ну Сережа бы такой, что он еще бы их в духовке бы подсушил.
как же кляп? Марат, кляр бесподобный. Что ты, у тебя соплики типа? Ты балда, ну что ты как это чесал? Давай по-другому, я выдержу. Марат, кляр бесподобный. Кляр как на макуху похож, понял? Ага. Его хочется... Ставь на рыбалку. Его хочется не есть, а именно сосать. Это пипец. Гадость неимоверная. Теперь я поржу, как ты над той девочкой. Вот мне... Неприятно. Стыдно за тебя, стыдно, что стыдно. Себя так ведешь, щелки-палки. Не зря ж меня лошадью называют. Эх ты! Я уверен, что вкусно. Ты молчишь, скажи что-нибудь. А вы так вдвоем жрете. Вот что ты ржешь? Подуй мне в рот, иди сюда. Марат, пусть подует. Горяча. Смотри, что он говорит. Вот скажи что-нибудь, а то жрет и жрет. Я говорю, обычно вы так вдвоем жрете. Ага. Курица нереально вкусная. Ты сейчас этот тук не переживай. Все, Серый, доставай. Ты сказал доставать. Доставай. Марат. Сережка. Все хорошо. Запомни этот цвет. Тихо. Бесподобный золотой. Катюня, иди покажи поближе. Да я не брызну, все будет нормально. Я не буду. Ты вываливай на ляган, я увижу. Ты видишь? Вижу. Запомни этот цвет. Что, да? Такого больше не будет. Хорошо. Жарим дальше. Доставай, давай. Тебе подвинуть? Еще немножечко. Ну, не нужно. Да я сам. Так, что сделаем до и после? Все. Сколько? На глаз минут 7, наверное, жарили. Инь и янь. Не, ну я же люблю well done. Вот да. То мое будет. А это для друзей. А, горячая. О. Так, все нормально. Остальное потом рынданем. Ой, рынданем. Готово. Готово. Точно готово. Елки-палки. Ну так некрасиво говорить. Ты что? Роберт Вертер, ёшкин кот. Нежность, любовь. Ребята, уважаемые друзья, так и готово. Суй, рот. Сама суй. Сама суй. Ой, точно, я еще и японский знаю. Или это китайский. Товарищи друзья, готово. Блюдо готово. Присоединяйтесь к нашему столу. Помолчи, у меня микрофон работает. Ты прямо лохматкой в масло лезешь. Ты что? Лохматкой, я так не поняла, чем они отличаются. Я спецэффекты людям, помолчи. Сейчас там, как у Голохвастова, шкварчит что-то. Видишь вот эти дырки? Это Давидка ворует, пока вас не было. Уже? Да тут столько. А он светлый ворует или темный? Он подряд все ворует. Правильно. Темный пусть не трогает, темные мои, темные я люблю. Просто... Просто и быстро. Быстро и просто... И KFC отдыхает. И KFC отдыхает. Теперь самое интересное. Что? Перемешивать будешь? Кого? Я думала, ты это все сейчас зальешь соусом и смешаешь. Нет. Я отдельно сделаю вот этот вот спайси, любимый Цукерберга соус. А есть хотя вот я острый, прям острый есть. Ты хочешь? Да. Марат, зачем ты такое говоришь? Это, который... И вот тот пакетик возьмите, на котором Вадик написал, Катюня, прости. Хискари Браун Сигар. Что-то с сигаретой связано. Так. Сугар. Сигареты. А что? Сигара. Если вы... Как это? Вот это просто какой-то...
Это сладкое. Барбесию соус. Барбесию. Короче. Подожди, а где-то у меня там было недавно из приехавшего. О! Ну хоть что-то острое, да, уже Марату? То эрош пишта, а это... Хорош пишта. Хорошая пишта. Марат, куда тебе ляпнуть? Вон посерединке. Пальцем, Серёж. Нет, ты можешь поженить все соусы, я тебе отдельно вот так вот сделаю. Ага. Все, это чисто по-венгерски. Бери, выбирай любое, что ты будешь есть. Я сейчас смотрю, как делаю, как правильно надо есть. Учу. Короче, любимый Цукерберга острый, любимый Цукерберга с сигаретой, что связано. Это барбекю и это... как оно хрустит, а я в шоке. Ну и что? Надкусил, и вот там, где открытое. Ну, я не знал, что... Как ртом, да, Марат? Что еще надо правильно есть? Марат только что придумал. Что? Оно. Там же... писта. Серега, писта. Это то, что надо. Писта. Как правильно ударение, куда ставится? Хорошее. Можно писта, а ну-ка. Тогда же мне попробовать что-нибудь. Обалдеть. Да я, короче, этот девушкин кот. Вот, а вот что ты свои черненькие не взял? С сигаретой связано. Катя, ты слышишь этот хруст? Я помолчи. Вы идите, пожалуйста. Ого, ты прям кролик какой-то. Я и так знаю, что ты как кролик. Обалдеть. Брат, успокойтесь уже. Ты сейчас попробуешь и поймешь. Ты сейчас попробуешь и поймешь, почему они их продают вот такие ведра. Просто корыто огромное. Потому что это есть можно без остановки. Особенно с пиштой. Это остренькое, хорошее, тебе понравилось? Очень. Бомба, я вот хочу. Она ж сняла. Можно один твой украсть? Талей лупи, я тоже хотел, но руки тянутся к светлому, ты понял? Ёшкин ты кот. Ну, этот шугар неплохой. Вот это вот спайси. Может, вам хлебушка или огурчик? Островатники. Ничего не надо. Водочки только. В КФС ни хлеб, ни водку не подают. Ой, ребята. Сволочи. Поэтому мы здесь сделаем. Сереж, ты, может, как-то поаккуратнее будешь есть? А пиво? Хотя бы пиво продают в КФС? Пепси-кола. О! Не, не пойдет. Что? Подвинься, дай поесть спокойно. Нам на двоих хватит. Больше никому не дадим. Короче, если тебе надо, и твоей маме. Угу. Иди еще раз в магазин. И я еще раз для тебя пожарю. Тем более я уже знаю. Пока масло не остыло. А на самом деле, друзьяки, все элементарно и просто. Крылышки, вот все, что есть, намешали. Водичку 2-3 раза не стесняйтесь, и будет вам такие счастье. От всей души. И с хорошим настроением для вас сегодня делали KFC, а что будет дальше? Затмим Макдональдс? Макдональдс. Yes. Марат, я Дескрип вам. Всем пока-пока. Чао.